Хоп, здравия вам, други мои. Сейчас покажем, как вот мы обрабатываем спину. Локтевая техника. Локтевая техника пристроена к тому, чтобы вот декомпрессировать ее. Реберно-поперечной отросточки. Разжимаем таз и ребра вот отдельно, да, вот по очереди. Раз, 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 раз. Внедряемся в тело достаточно глубоко, да. И локтем отодвигаем таз. Вот. То есть от крестца. Ты чувствуешь, как он отдергивается тогда? Угу. Раздвигаем ребра. И опять реберно-поперечное сочленение. Достаточно мощно. И теперь дышим. Выдох и еще. Продолжаем декомпрессировать спину. И еще раз. И теперь покачиваем, раскачиваем ее. Метод вибрации такой. И дальше устанавливаем на таз руку, а этой раздвигаем ребра. Достаточно глубоко. Опа. Часто можно услышать хруст, как разъезжаются ребрышки и реберно-поперечное сочленение. Вот здесь вот фасеточные суставы. До новых встреч, друзья. С вас подписка. И не забывайте задавать вопросы, на все отвечу.